помним, да, армянских сотрудников, которые бросили просто щиты и не стали противостоять народу, который бился за, чтобы против правонарушений. Ситуация какая? Они просят освободить проезжую часть. Наши сотрудники, также начальник ЦП просит это просто выйти вот сюда на площадку, просто освободить проезжую часть. Не били никого, честно говоря. Задерживали троих, сразу отпустили. Так,